Ну что же, друзья, мы отправляемся на просмотр домиков в новом таком комплексе, в новой застройке. Я показываю, что вокруг делается. Вот новая застройка, мы теперь ее видим. И тут где-то несколько таунхаузов, есть несколько отдельных домиков, и мы идем их смотреть. Добрый день! Друзья, значит, у нас Ольга на экране. Оленька, а скажите, где мы? Вот что это за место такое? Я нахожусь в Голливуде, это Флорида, и мы строим 600 домов здесь. У нас есть дома, таунхаус, и мы строим 600 домов. В каком диапазоне ценовом? Цена начинается от 315 и до 530. То есть недорого как бы? Получается, что нет, и в центре Голливуда, во Флориде, где теплый климат. А вот школа есть для деток хорошая? Есть школы, есть частные в округе, есть charter schools и есть public schools. С точки зрения вот как бы темпов строительства, то есть вы же не строите одновременно 600, вы как-то очередями сдаете, да? Правильно, мы построили уже 150, наша первая фаза завершена. Сейчас первые 40 семей въехали во вторую фазу, и строительство займет примерно 2 года. То есть постепенно мы строим около 30 домов в месяц. Ну, хорошо уходит? Так. Очень, всем нравится. Народ симпатичный у вас, молодой больше или старенький? Какие? Вот эту информацию не могу сказать, я скажу, что разный. Разный, ну, так и должно быть. А много приезжих, много людей, которые, скажем, не американцы, а вот... Ну, скажем, как наши соотечественники, или там, может быть, у вас откуда-то. Да, абсолютно. Приезжают с разных уголков мира, приезжают эмигрировать с Нью-Йорка, с Чикаго, с Вашингтона и также из-за рубежа. Да. А с точки зрения, я извиняюсь, работы. Вот люди здесь, скажем, они поселились в вашем комплексе. Угу. На работу, если они рабочего возраста, куда они поедут? Везде можно, мы очень близко к аэропорту, если вы работаете не во Флориде, то 20 минут до Форт Лодердейл аэропорта, 30 минут до Майами, то есть можно спокойно летать, угу. И можно здесь жить полгода жить, например, в России. То есть многие, да? Многие путешествуют, угу. И если у вас работа рядом, у нас очень близко трассы, в 5 минутах от нас. Разрешается, например, если там человек дом купил, разрешается сдавать, например? Разрешается. Его? Главное, что правило было, чтобы от года и больше. А, то есть, скажем, помесячно нельзя сдавать? Нельзя, нет. А какие-нибудь у вас есть тут удобства? Ну, кроме самого дома, я не знаю, да, бассейн там. У нас есть большой amenities-центр, и у нас есть бассейн, тренажерный зал, activity-room, у нас есть теннисные корты и 70 акров парка. То есть это там где-то что-нибудь 30 гектар там. Угу. Хорошо, а вот, я извиняюсь, как совершается покупка? Вот он должен человек прийти вот в это ваше помещение? Или он может позвонить, или он... вообще как это происходит? Спасибо за вопрос, очень полезный вопрос. Конечно, я вам расскажу. Так. То есть у нас на территории нашего комплекса находится сейлс-центр. Это заходите... мы сейчас в нем, да? Да, мы сейчас в нем. И вы заходите сюда, вы можете спросить меня, меня зовут Ольга. Угу. И я вам расскажу, как происходит процесс. То есть вы ходите, смотрите модели, мы выбираем место, где мы строим. Моделей много? У нас сейчас предоставлено 6 моделей, то есть 3 для домов и 3 для таунхомов. А вот когда вы говорили про 300 там с небольшим тысяч, это был таунхом, это не было отдельно? Это были таунхомы, да. А дома начинаются от 435. Ага. И мы имеем одноэтажные дома, и также у нас есть двухэтажные дома. То есть выбор большой, 9 разных моделей домов и 6 разных моделей таунхомов. В Калифорнии считается, что если дом двухэтажный, то вот наверху жарко спать. У вас тоже так? У нас так нет. У нас жарко везде. Это Саус Флорида. Это удобно, да. Так, да, у нас очень красивые дома с видом на озеро есть с видом на парк. Вот, и возвращаясь к процессу покупки, очень все легко и просто. Вы ходите, смотрите на модели, они предоставлены здесь у нас в сейлс-центре, и, в принципе, выбираете, где вы хотите, ну, чтобы ваш дом был построен. Строительство занимает от 5 до 7 месяцев, и, в принципе, вы становитесь новым владельцем. Они предоплату делают, или они ждут, когда построится, чтобы оплатить? Мы просим 20%
депозита, и, в принципе, остальная разница, если вы финансируете или не финансируете, приходит на клозинг. А большой процент людей вот в этом ценовом диапазоне покупают, ну, просто наличкой из кармана там вынул или там чек написал? Есть и наличные покупки, но почему-то предпочитают финансировать. Ну, может быть, для налоговых списаний. Там. Это уже личные да, вопросы, поэтому я хочу просто сказать, что у нас, наша компания Pulti, также занимается финансированием. Pulti. Так, там где-нибудь написано слово? Вот написано где-нибудь. В принципе везде. А вот, да, вот показать. Если убрать вот эту штучку. Вот. Pulti Homes. Pulti Мы находимся в 29 штатах по всей Америке. Такой большой билдер. И мы третий по стране. А, вау. Да, а какой-то веб-сайт, может быть, вот здесь? Это pulti.com. Слушайте, а вот этот вот, это у вас интерактивный экранчик, вы можете кнопочки нажимать? Да, я могу вам, например, показать наши дома. Так, все дома, так, отлично. И, например, самый популярный... А нельзя так пальцем, он не берет. Самый популярный берет, будет... Берет, смотрите, да, берет пальцем. Будет парк Fifth Avenue. И это 511 тысяч. 511, да? Давай, будет... давайте я попробую. Пожалуйста. Бум. Нет. Друзья, мой палец не берет, он слишком толстый. Да. А вот, слушайте, вот какие-нибудь такие страшилки, я как человек калифорнийский, я переживаю. Вот, например, говорят, что тут в воздухе что-нибудь летает. Крокодилы покусают. Крокодилы покусают. Вот это как, кстати, как с крокодилами? Вот озеро, вы сказали, тут озеро. Есть у нас озеро, это man-made lake, то есть мы его сами сделали искусственно. И на самом деле... Я могу сказать, что пока только утки живут. Okay, ну, ничего нельзя застраховаться. Это South Florida, крокодилов я видела. Да. Но пока только утки. Если вы хотите крокодилов, приносите своих. Оленька, а вот с точки зрения покупателей, заметно присутствие людей, которые живут, я не знаю, там, Москва, Новосибирск, Киев, там, я не знаю, где они, там, Бишкек. Вот наши, так сказать, соотечественники, которые... Здесь что-то купят и, например, просто как инвестмент, сдают его, например. Так, есть такие? Честно, есть, но очень мало. Прям вот, может быть, 1%. Хорошо. А такие, которые относительно недавно приехали, да? Вот мы с вами ветераны там же давно. А вот, допустим, приехал, ну вот Дмитрий, он тоже уже лет, наверное, 6 в стране. А вот такой там приехал, 2-3 года работает, ну, инженер. Инженер, хорошо зарабатывает. Меньше, чем год. Приезжали люди с Москвы, только что я показывала недавно. Но именно иммигранты. Именно иммигранты. И даже еще даже не живут постоянно. А собираются. А собираются и вот присматривают себе красивые дома, присматриваются, чтобы школы рядом То есть они было. Фактически должны за наличку брать, если они... Получается, да. Хотя нет, у нас есть Preferred Lender, мы не делаем International Loans, но у нас есть компания, с которой мы сотрудничаем, называется A&D Mortgage, и они делают международные даже программы. Дают. Только даются, да, по-моему, нужно 35% или 40% down payment, и все остальное вы можете финансировать. То есть, грубо говоря, так, если человек положил достаточную сумму, то есть... Банк, в случае чего, свое вернет, так можно Скорее сказать, всего, да? То в этой ситуации даже иностранцу деньги дадут. Иностранцам дают, у нас люди из Бразилии финансирование делали. Но есть... это высокий процент какой-то, серьезный или что? Нет, абсолютно нет. Единственное, что процент выше даунпеймента. Если ты живешь в Америке, ты можешь сделать FHA-лон, это 3,5%. Да. Можешь сделать conventional 5%, да. 10-20%. А если ты иностранец, то там в зависимости от страны идет уже 35-40, иногда бывает 45. То есть но вы такими делается. Терминами, вы лицензированные риэлторы, у вас есть? Нет, просто на опыте я не даю никакой квот, то есть должен быть лицензированный mortgage broker, который именно посмотрит ваши финансы, который посмотрит, с какой вы страны, который посмотрит, насколько можете вы взять заем. Привет, хотите там в Томск передать или там еще куда-то? Томск, замечательно, конечно, хочу. Всем томичам привет. Дмитрий, что вы показываете Свете? А это комната, где... Они дают выбор где происходит... каких-то финишей, да? Материалы. Это искусственный какой-то камень. Это искусственный, а те настоящие. Да, так. А это цвет шкафчиков, а это плитка на пол. Друзья, это плитка на пол.
Да, то есть вот это как бы вот то, что здесь стоит, mm-hmm. это то, что вы получаете стандартный. В стандарте. А, то есть, стандартный за что не надо пакет. Доплачивать. Да. Так. То есть у вас есть выбор по ним. То есть вы можете плиточку вот из двух. Да, выбрать. Вот это белое, конечно, страшное. А, это выбор из того, да. за... Друзья, важно. Даже когда не доплачиваешь, вот можно что-то выбрать. Нет, а нет. вот это что тут у нас? Это ты тоже выбираешь, но зато... Краны. Да, то есть стандартно вот это на кухню идет. Очень страшное. Да. Чего он страшный-то, Света? Чего он страшный? И вот такие вот идут в это. Светик, объясни мне, что не так? А мы меняли. Что не так, Света? Мы брали, у нас на кухне вот такой идет. Получше, да. Симпатичный, да. Вот. А в ванной у нас, вот такие. Я бы вам что сказала, что вот современная крыша, дело в том, что вот эта компания, она по качеству так себе. Ну, да, я знаю. Да, а можно, например, просто в Костко купить немецкие продаются краны хорошие. Так, пошли смотреть, что у них еще есть. Бройка. И так, краны, это чепуха. Тут у них такие каменюки. Если у них одна дырка, это что, это каунтер на кухне вот это, да? Слушай, там все долго, да ладно. Вы меняете, да. Конечно, у меня сейчас... вопрос был вот с этим, да, потому, вот что, потому что, да, я хотел одну дырку, я хотел вот эту. Не-не-не, одну дырку, и это тоже кроет. Это плиточки всякие такие, она на сетке поступает. Это плиточка наклеена на сетку. И вот они так вот сейчас мы вот такие вот на стену цепляют. Я знаю, Так вот это все приплачивать надо, да? Вот это да, да, то есть вот это backsplash on non-kitchen, то есть, ну, вот да. это, как я не знаю, как сказать, сзади вот на кухне. Да. Вот, а это, а вот эти штуки, ну, это тоже можно как на kitchen использовать, так и вот полосками делают. Вы видите, друзья, как строят эти комплексы, вот так вот и строят. А вот тут дверки всевозможные. Мама родная. Вот. Чего только нету. Ну, в магазинах, конечно, этого намного больше, если когда-нибудь попадете в магазин, который этим торгует. Собственно, я думаю, что в той стране, где вы живете, ничуть не меньше этого добра. Просто мы показываем, что у них тут есть. Дима, вот вы как человек, который решал вопрос, все эти плиточки, там, крантики и так далее, да, вы для себя решали, что вы возьмете стандартное, что вы хотите апгрейд сделать. Угу. Если, допустим, разумно и не выпендриваясь, за какую сумму можно сделать апгрейд? Ну, допустим, сколько стоит дом и сколько на него будет стоить апгрейд? Стандартный, допустим, стандартный 300 и апгрейд еще 15, или вот как, примерно? Где-то дом, например, стоит, например, где-то в районе 550. Так, допустим. Вот, да. допустим. И апгрейды, если вот то, что, если вот как бы необходимое самое, да? Ну как необходимое? Опять же, кого-то устроит. Ну хочется. Нет, кто-то может и с такой плиткой жить. Да. Например. То, в принципе, то есть вот здесь были дома, я заходил к людям, здесь были дома, где люди ничего не доплачивали за апгрейд. И все равно прилично. Да, это очень даже прилично. И если у тебя есть руки, и ты, например, можешь сам там плитку переложить. Ой, не, кто-то... Новую плитку еще и переложить, это уже свинство просто. Ну хорошо, давайте так. Не, ты можешь, например, прожить пару лет, да, например, да, и потом... Да, видите, великолепно. Вы все-таки сделали что-то для себя? Да, мы как бы для себя решили, что нам нужен... плитку мы половую точно не хотим менять, и поэтому мы взяли вот такую. Ага. То есть она как бы побольше, во-первых, это лучше более смотрится. Крупная, да. Плюс мы ее диагональю положили. Это зависит, знаете, от чего? Насколько там как бы открытого места много. Ну, это как бы весь первый этаж застелен. Понял. Да, и она лежит диагональю, и она цвет, то есть мы не очень любим вот этот желтый оттенок. Я согласен, да. То есть мы больше любим свет. Конечно. Соответственно, вот это мы взяли, потом мы взяли плитку в ванну, там я что-то не помню сейчас, неважно, я просто порядком цен интересуюсь, вот да. На 550 тысяч дом, сколько вы добавили апдейтов, всяких апгрейдов? И апдейты в итоге нам обошлись где-то, наверное, тысяч, наверное, где-то в 50. Там, понимаете, что получается, вот мое наблюдение такое, что если бы они, допустим, ты просто строишь, да? Да. Тебе бы это стоило, там, не знаю, 15 тысяч. Да. Но поскольку это целый апгрейд, то тогда уже 50. Ну, не совсем так. То есть, как бы, да, цены завышены, безусловно. Но
Понимаете, это я вам говорю, апгрейд, цену апгрейда совсем, то есть включая construction upgrade. Еще же есть construction upgrade. Это не вот это. Я понял, то есть не только отделка. Да. То есть, например, например, если ты хочешь добавить. Если ты. Вот он, например, у тебя ден, да, а ты хочешь не ден, а хочешь сделать из него спальню. Да. Так это будет, это уже construction upgrade. Ну, согласен, там, что более серьезно. Или ты хочешь, например, чтобы у тебя гараж был extended немножко, и ты хочешь больше места. Значит, это тоже. Хорошо. Вот. То есть у нас, секунду, у нас pre-construction upgrade, у нас тысяч сразу занял где-то 1015. Ну вот мы сейчас... Подождите, давайте вот такой вопрос. Я просто хочу понять порядок. Вот, допустим, ты хочешь, чтобы дом был, тебе говорят, вот 3 bedroom, но можно и 4. Да. Вот есть такие тоже варианты. Вот, скажем, дом в 550 тысяч. Да. На какую сумму можно наворотить, если, если ты... Ну, если полностью зарядить. Ну, если ты хорошо так его улучшил. Вот у меня соседи знакомые, они хорошо улучшили. Так. При этом они не добавляли никакие дополнительные спальни. Так. Они хорошо улучшили в плане отделку. Да, то есть они сразу взяли китчен хороший. Да. На отделке можно много. Они взяли marble floor. Потратить на это дело. Да, да. Они, у них что-то 120 тысяч. Да, 120. Ну, один раз живем, в конце концов, что такое. Единственное, знаете что, Свет, может быть, ты подключишься к этому делу. Мое наблюдение, может, я и не прав. Такое, что если ты тратишь деньги на апгрейд, подойди поближе, что там маленькая такая в кадре. Если ты тратишь деньги на апгрейд, то, например, в случае продажи ты не сильно вернешь эти деньги. Ну, ты послушай, люди, когда тратят на апгрейд, они меньше всего думают о том, что они будут продавать это. Они только покупают, и у них все надежды на будущее. А кроме того, сколько они там проживут, 10-15 лет, уже нужно будет апгрейдить и менять. Поэтому... То есть, если, грубо говоря, так, если ты берешь и ты думаешь, я там, может, пару лет поживу и поеду, тогда, может быть, не стоит сильно апгрейдить. Нет, дело в том, что то, что не... Понимаешь как, они же, это же трики все, да? Они тебе сейчас, мы пойдем сейчас смотреть модельный этот дом, и там все будет с апгрейдами. И когда люди смотрят, как красиво, я тоже так хочу. Это есть такое. Они идут себе покупать, они говорят, ну у вас вот этого не будет, вот этого не будет, вот этого не будет, а будет вот белая плитка вот такая, как в советских туалетах, понимаешь, общественных. Это, Света, это ты низко опустила. И очень тебе становится грустно. Вон она, белая плитка. Так, ну пойдем покажешь, как в советском. Друзья, те из вас, кто не был никогда в советском туалете, вот оно. Вот так, друзья, коммунисты унижали нас. Вот мы вот в таком мы ходили туда. Так, ну, так это она, хотя кстати, бы импортная. Она, кстати, приличного качества. Прилично. Я шучу, все зависит от того, как там все остальное сделано. Uh-huh. То есть, короче говоря, когда ты попадаешь в эту среду и видишь, что тебе предлагают за эти деньги, ты говоришь, о нет, я лучше доплачу там сколько-то. Безусловно, вот эти модели, которые мы сейчас будем смотреть, они хорошо апгрейдят. Да, поэтому их смотреть интересно. Дальше начинает возникать вопрос, а что из того, что мне предлагается, можно апгрейдить? Потому что они берут тройную цену за все. Они по тройной цене предлагают материалы и по тройной цене не предлагают. Дмитрий, скажите такую вещь. Я заметил по поводу цены, заметил у них такую вещь, что по поводу цены они не то чтобы тройную цену предлагают, а например, пол, да, вот как бы в базе ты ничего не платишь, да? А вот за эту плитку они берут, в принципе, вот такую же цену, сколько ты бы на рынке, если у тебя нет знакомых, вот если ты просто на рынке ищешь, вот это будет цена вот этой плитки и с installation, да? Я бы не так сказала. Дело в том, что всюду цены разные. Зависит от того, пойдешь в один магазин, во второй или в третий, и, соответственно, лейбор тоже всюду разный, да? Они берут по цене дорогого магазина, дорогого лейбора. Ну, да, пускай так. Да. То есть разница может быть 3 раза. Нет, разница, знаете, в чем? Я им говорю, а как же так? А вы же вот эту должны вычесть, как бы, с меня. Да. А вот это они не вычитают, понимаете? То же самое, например, касается вот даже холодильника, казалось бы, да? Да. Они мне предлагают апгрейдный холодильник, например, за $2000. Я говорю, ребята, ну так он же в магазине 2000 стоит. Я говорю, почему вы мне даете 2? Вы же тот забираете, который 1000 стоит. Да. Понимаете, стандартный. Это их маленький гешефт. Да, вот на этом они... Гешефт – это слово бизнес. Бизнес, только на другом языке. Да. Так. Ну что же, пошли уже смотреть. Дима, последний вопрос, прежде чем мы двинемся. В вашем конкретном случае, вы мужчина, у вас есть жена, у вас есть девочка вот маленькая и так далее. Насколько эмоционально
для вас это происходило с точки зрения выбора того, что чего, сколько денег вы готовы потратить, вот насколько это было эмоционально. Вот, допустим, женщина, да, ну это я утрирую, но она увидела, говорит, она, ему говорит, ей говорит, ну это на 50 тысяч дороже. Она говорит, ну так мне же тут жить, говорит она, и говорит, Ну так все и было. А, вот так. Да. То есть это же. Вот... Все нормально, пошла по-английски беседы с теткой. А, она там любит, да, у нее тут друзья. Да, да, она очень общительная, видно. Вы знаете, как раз так все и было, в плане, что я вообще не собирался покупать сингл-хаус, честно говоря. Это как у нас это с тобой было? Да, я хотел купить таунхаус, который влезал как бы в бюджет, чтобы, так сказать, остались деньги еще какие-то запасные на, ну там, знаете, мебель купить, там все. Вот. А в итоге, когда потом я приехал, я сначала первый раз сам сюда приехал, а потом я приехал с супругой, и она уже как посмотрела и говорит, ну ты что, мы тут один раз берем, и надо как бы брать сингл-хаус. Ну, вы считаете, что дом берется на пределе? Сколько ты можешь показать? И вот на пределе, и как бы, вот, да. Друзья, женщины... Один этаж или два этажа? Два, да. Женщины, друзья, норовят даже гнездышко свить из золотых прутиков. Да, но... Нет, ну, но... действительно, ты берешь же дом не на один год, и не на... Что таунхаузы, это они, как правило, маленькие, они вытянутые вверх, там будет три этажа. В наши... Знаете, у нас строят таунхаузы, ну, мы сейчас глянем здесь тоже, да, наверное, но у нас, когда строят таунхаузы, они как свечка, знаете, там... Половина места уходит на лестнице между этажами. И малюсенький комнат. И все такое. Здесь такого полно сейчас жилья, когда... Это же целый бизнес, в принципе. Да. Когда ты покупаешь участок земли, вот как мы сейчас видели, например, вот этот 6 соток, там, и сколько, и ты его половинишь. Да. То есть ставишь такую коробку, но делаешь ее пополам, разделяешь и продаешь на два. Это еще разделяет, это очень сложно. Ну, это надо договариваться. Это, ну, мы когда искали дом, мы сначала ездили, смотрели вот такие дома, не комьюнити, знаете, вот отдельные. Ездили там в один Fort Lauderdale, там ребята, знаете, вообще что сделали? Они, у них как бы вот здесь дорога идет и здесь дорога. И они дом вот такой квадратный на четыре части попилили. То есть вот, и вот так? Разрешили, ну, естественно, разрешили, это, да. Но у нас так не разрешают. У нас должно быть обязательно не меньше какого-то участка. Есть термин, я забыл, строительный, когда участок разрешают. Я сейчас вот только забыл, это у нас старческий склероз, вспомним потом. Да, ну, вот потом подойдет. Размежевание? Ну, по-русски размежевание, да, может быть, размежевание. Да, не важно. Вот, и должен быть у каждого отдельный въезд, да, то есть то, что у них... Там есть, да, там есть, но все равно... У нас не разрешают, например, если участок... 6 соток, нам никто не разрешил. Нет, там больше участков. Там, конечно, было больше участков. Нужно... Дело в том, что всюду есть зонинг. Света, все сделано по правилам. Не-не, еще раз, всюду есть зонинг. Роман в этой зоне находится, чтобы лот был не меньше 5 соток, никто не разрешит пилить, чтобы было меньше. Вот, ну да, да. Нет, там как бы, наверное, больше, но все равно, значит, во-первых, вот фронт лайн, да, вот эта вот фронт стрит, она красивая, все нормально. А вот этот стрит, это такой, знаете, стрит у них как вот за мусор забирать. Он даже не асфальтирован. Но два дома оказались туда. Лицом. Да, и они как раз, они эти-то два первых продали. Они продают вот эти два, которые назад смотрят. Так. И несмотря на то, что, ну, красиво, современно сделано, как вот я люблю так по европейским стандартам, вот, но все равно оно такое, конечно, все куцое и 3 или 4 этажа вверх. Ой-ой-ой. То есть там, как, я не помню сейчас, 3 как минимум и 4 еще у них мансарда какая-то там. Все, господа, мы движемся к домам, которые можно посмотреть. Вы видите, друзья, таунхаузы. Вот этот, где написано «Магнолия», этот является таким модельным, то есть туда можно зайти и посмотреть. «Магнолия» — это вот самый дешевый дом, и стартовая цена у него, по-моему, 314 тысяч. Ага, ну пошли смотреть. Это таунхаус. Кстати, вот, если посмотрите, вот это, ну, это сэмпл хаус, а вот рядом это уже люди живут, люди. Вы уже смотрите, какую себе, как качели. Повесили качели для кошки там у них чего-то. Ну чего, пошли, значит, смотреть. А каких-то параметров мы не знаем. Сквер-футич, там сколько чего, да, вот там нам не сказали. А давайте я сейчас открою сайт прямо у себя на телефоне. Ну давайте, если можно. Значит так, а мы пока будем смотреть. Это все, друзья, результат того, что здесь стейджинг. Поставили диванчики, все поставили. И создается совершенно другой объем. Если бы ничего этого не было здесь, вы бы сказали, боже, тут совершенно ничего нету.
А так вот здесь что-то есть. Под лесенкой, это дверь под лесенку. Что там у нас? Шкафчик у нас тут, такой шкафчик. А, нет, не просто шкафчик. Там у нас котельная, ладно. Так, кухонька. Ну, ну да. Вот именно. Так, я мог сказать, что кухонька, Свет, охарактеризуй, ты как хозяйка. Ну, тут очень мало. Места мало. Смотрите, так. Магнолия, да. 315 тысяч, 1500 square feet. Ну что же, где-то 140 квадратных метров, и друзья. Бедрум, план-гараж. Гараж на одну машину. Гараж, знаете, он тут с этой стороны вот он подштукатуренный, а с той стороны просто такие кирпичи, видите, лежат, стенка кирпичная. На одну машину гараж. Мы end, это у нас end сайт. Да. 36 стоит. 336 тысяч стоит, вот нам рассказывают. Так. Вот туалетик маленький. Да, модельный домик наш, он чуть больше усредненного. А, это выход куда-то на другую сторону. Это выход вот сюда. Понял, мы насквозь его прошли. Значит, тот, который мы видим, чуть больше среднего. То есть то, что мы видим, получше немножко, чем такой же, но в другом месте бы стоящий. Ну что, на первом этаже у них есть некая жизнь в виде общественного места, да? То есть есть кухонька, телевизор посмотрели и пошли спать наверх. Да. Так, движемся наверх. Так, тут карпет, можно ходить босиком, не замерзнете. Хотя мне кажется, что и на каменном во Флориде вы бы не замерзли. Светик, как ты относишься к тому, что карпетом покрыты ступени? Ну, падать ой, легче. Падать легче, да. В смысле, приятней. Так, хорошо, идем. Так, ну что, совершенно замечательный такой бедрум. А, такими досками оббито, вот как будто, знаете, я понимаю, что это дизайнерское. Но как бы оно такое, от амбара что-то есть. Потолки высокие, да, Свет? Сколько тут? 8-9 футов? Потолки хорошие. Не 8, 9. 9-10, да, хороший потолок. Не 8, конечно, я извиняюсь. На самом деле, даже да. Так, ванная. А, туалет. Это не white, вот white. Это годы сероватые, да? Так. Это walk-in closet, да, вот мы сюда зашли. Тут замечательный вид из шкафа. Так. Ну что, идем дальше. Значит, мы пришли отсюда. Давай. Мы пришли отсюда. А тут вот спальник. А, нет, туалет. Хороший туалет. Нормально. Еще одна спаленка. Это уже не мастер, а просто спаленка. Хорошо. И, боже. Вообще-то это тоже спальня, судя по тому, что там шкафчик. Вот. Но они как-то из этой спальни сделали, я не знаю, офис, кабинет, что-то они как-то так ее оформили, интересно. Так, я что-то засмущался. Три спальни, я понял. Три спальни. Так, а где у нас мастер-бедрум-то? Вот он. Я имел в виду сам туалет где? А ну да, мы здесь вроде были уже. Хорошо. Как-то такой туалет, как-то я его почти не заметил. Светик, выскажись. Ну, в этом доме вообще много чего можно не заметить. Он да. Такой маленький, что вещи прям скрываются ну. Из глаз. Понимаешь как, когда у тебя всего там 1500 сверфутов, из которых там часть занимает лестница, да? Да. Ты сильно не разбежишься, конечно. Те две комнаты совсем малюсенькие, масипусенькие. Нет, ну мастер-бедрум хороший. Мастер-бедрум большой. Вот мне кажется, что у них фокус всего дома был в этом мастер-бедруме, да. А все остальное типа пофигу. Так. Потому что внизу там находиться просто негде. Угу. Там вроде бы эрии намечены, но там совершенно негде находиться. Меня больше смущает гараж на одну машину, гараж потому что машину все-таки дом с тремя спальнями. Ну, да, это, да. Это... А тут есть какие-то еще паркинги? Допустим, в семье же две машины, там, нет, где второй. Нет, ну вот эта предгаражная зона, она ну, допускает. Драйвей, в смысле. А? Да как же драйвей? Выезжать, да. Если две машины? Ну, то есть ну, тут первый. Ну, туда. Неудобно, Света, неудобно. Вот так выглядят почтовые ящички. Видите, у них не индивидуально им разносят, а вот сюда, коммунальная почта.